Всем привет! Вы на канале Мама в Кубе. Сегодня я покажу, как готовится салат бессарабский. Для этого нам потребуется яйца, из них мы возьмем только желтки, корейская морковка, сыр, у меня сыр Гауда, куриная грудка, ананасы, зелень для украшения, майонез и вот такая форма для формирования салата. Итак, куриную грудку я сейчас порежу мелко, сыр натру на терке и на мелкой терке натру желтки. Все ингредиенты готовы, осталось теперь формировать салат. Итак, для начала я взяла чистый новый файл, налила сюда майонез. Сейчас разрежу маленькую дырочку, сделаю, чтобы было легко выдавливать. Чтобы легко было выдавливать майонез тоненькой стрелочкой. Первый слой – это корейская морковь. Равномерно ее распределяю по всей площади. Вот так. Чтобы все краешки были хорошо заполнены, чтобы получился красивый потом квадратик. Так. Чем можно заменить корейскую морковь? Ничем. Если вы замените корейскую морковь, это уже будет совершенно другой салат. Следующее у нас это мясо. Так. Мясо полностью, чтобы все заполнило. Теперь майонез. Рисую вот такие хаотические фигурки. Так, все, он пропитает потом. Так, дальше яйца. Желток натертый. Можно его немножко придавить, чтобы и он пропитался, и салат был одинаковой высоты со всех сторон. Так. Дальше я беру ананас. Ананас я заранее процедила. И теперь вылаживаю ананас. Если у вас колечками, можете порезать его мелко. У меня кусочками. Уже не надо его резать. Курица с ананасом очень хорошо сочетается. В этом салате еще больше. Так. Последний слой майонеза. Майонеза в этот салат идет не так уж и много, из-за того, что ананас сочный и корейская морковь тоже сама по себе очень сочная. Так, и теперь сыр Гауда, натертый на крупной терке. Очень вкусный салат получается, необыкновенно нежный. Корейская морковь слегка горчит, с кислинкой, сладость ананаса и куриное филе. Получается необычно вкусный салат, который понравится и вашим гостям,
и вам. Поэтому можете смело готовить его на Новый год. Так, удаляем излишки. Осталось достать аккуратно форму. Вот так. И украсить можно веточкой петрушки. Можно повторить все то же самое, в той же последовательности, еще с меньшими формами. И тогда получится такая красота. Вот так будет выглядеть ваш салат. Если вам понравился рецепт приготовления салата бессарабского, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Мама в Кубе», пишите комментарии. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч!